Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, связана с фото-видеотехникой и не только с мобильной связью, а именно с быстрой зарядкой или адаптером питания с быстрой зарядкой. Для того, чтобы подпитывать ваши устройства, там, смартфоны, планшеты, но в моем случае, помимо этого, еще подпитывать, это заряжать аккумулятор при помощи адаптера питания Ulanzi, а именно аккумуляторы NPF 550, 750 и 970, которые в последующем будут подпитывать камеру и follow focus. Если кто не видел видео, может посмотреть с этим. На моем канале данное видео присутствует с этим адаптером, как он питает. И еще один вариант, это то же самое питание фотокамеры Nikon как D300, так и D5600 при помощи стандартного адаптера EP5A. Ну а второй конец у нас там USB PD с быстрой зарядкой, который как раз подходит к этому зарядному устройству, сетевому адаптеру. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет. Кстати, шло достаточно быстро, в течение где-то недели, потому что доставка была со склада Российской Федерации и пришла вот в таком виде. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. То есть себя представляет коробочка. Вот такая коробка стандартная у них, белого цвета. Здесь есть характеристики, что из себя представляет модель, которую вы видели по названию. Порт номер и дальше для каких напряжений они взаимодействуют, то есть от 100 до 240 ватт 50-60 герц или 500 миллиампер или 0,5 миллиампер. Из USB-C выход осуществляется 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 и 22 сотых ампера, 12 вольт и 1,67 сотых ампера. Дальше от 3,3 вольт 5,9 до 3 ампер и от 3,3 до 11 вольт 1,8 ампер. Общий выход на 20 ватт максимум. Так, вот такая вот упаковочка стандартная. Ну, давайте вскрывать ее. Внутри лежит документация, что из себя представляет, на нескольких языках: Франция, Испания, тут Италия и другие языки, английский, немецкий есть. И инструкция, информация о основных предостережениях и о гарантии. Так, ну и внутри пластикового кейса у нас располагается сама зарядка. Вот такого она плана зарядка. Тут USB-C с быстрой зарядкой. Здесь представлены те же самые характеристики, которые мы уже видели на упаковке. Ну и давайте посмотрим, проверим, как функционирует данный адаптер питания с этими приборами, а в частности, как осуществляется зарядка при помощи адаптера Ulanzi аккумуляторной батареи NPF 970. Дальше посмотрим, как осуществляется питание камеры напрямую через сетевой адаптер EP5A. Причем для двух камер рассмотрим, как для Nikon D300, так и для Nikon D5600. Ну и давайте приступать. Давайте проверим, как заряжается. Для этого воспользуемся адаптером быстрой зарядки компании Ugreen, которая была в виде распаковки и применения. Ну, здесь вот применяете USB-C. Ну, и характеристики уже видели. Так, для этого воспользуемся данным кабелем. И как видим, у нас осуществляется зарядка аккумулятора на этом адаптере. И вот сейчас у нас горит уже все 4. Это говорит о том, что идет полуфункциональная зарядка. Thank you.
Итак, я вам продемонстрировал сетевой адаптер, который позволяет осуществлять быструю зарядку и функционирует с устройствами, которые мне необходимы для того, чтобы снять фото-видеосъемку. А в частности, с адаптером питания Ulanzi при помощи аккумуляторных батареек типа Sony NPF. Причем не только питать, но и заряжать ее. Дальше питать камеры Nikon D300 и D5600. Также можно при помощи него осуществлять подзарядку ваших устройств, таких как пауэрбанки, смартфоны, планшеты. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.